Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жано Самайуктам Биндаванам Манохарам Банча Калпатару Ашчаки Пасинда Вевача Патитананг Павуне Бхавайшнаве Бхьо Намо Намаха Муканкару Тивачаланг Пангунглан Хайтигирим Ядки Патамаханг Ванде Парамананда Мадама Брандхавай Тулсиде Бхайпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сварасватин Весам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамадакша Джагод Бхарагна Дхайям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетхас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванакшандамани Чатая Бисфуриджи такими пикаповадушва дарш, Пурнанурагара сасагара сарамурти, Сарадхикамай кадакипам каруши, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта гададхара сивасади гаура бхакта бинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужо канака бодату Шанкетане кавитару камала ятакшо Вишамбару дижавару джугадхармапало Банде ягат прияхару каруна бхатхару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Хари, 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 Рам, 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 Хари, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам. Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга рамани яжата калапам Гаури нирантара бивуши хитобам бхагам Нараяно прияманга мадафахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Багиша Джасва Вадане Лакшмир Джасва Чавакшаши Джасва Стихиде Самбихи Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам.
Shriputradikatham Johur Vishayina Sastrupavadam Buddha Jogendra Vijohur Marunyamajam Klesham Tapoho Tapasa Tapoho Tapasa Jnanabhasavidhim Juhuscha Jatayoschaitanna Chande Param Aviskurvati Bhukti Yoga Padavim Naivano Asidrasaha Stri Putradi Katham Johur Vishayinaha Sastro Pravadam Buddha Jogendra Vijohur Marunyamajam Niyamajaklesham Tapaha Tapasa Jnana Bhyasa Vidhim Juhuscha Jatayos Chaitanya Chandra Chandre Param Aviskurvati Bhakti Yoga Padavim Naivanna Asid Rasaha Stri Putradi Katham Juhur Vishayinaha Sastro Prabhadam Buddha Jogendra Vijohur Marunyamaja Klesham Tapaho Tapasa Jnana Bhyasa Vidhim Juhuscha Jatayos Chaitanya Chandre Param Aviskurvati Bhakti Yoga Padavim Naivanno Asid Rasaha Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Shikhanta Sarasvati Gosvami Thakur Prabhupada Джагадгуру сказал, чистый преданный постоянно думает, что все в этом мире для, предназначено для служения Радхе Говинде. Видимое и невидимое. Все предназначено для служения Кришна Севе, для служения Шри Кришне. Шрила Прабхупад Джагадгуру сказал, что Сиддханта, Вичар чистых преданных, таков, что все, что у них есть, все, что есть в этом мире, они воспринимают как служение Кришне, не как что-то, что предназначено для их собственного наслаждения. Все для служения Шри Кришне. И они всегда пытаются задействовать в служении все окружающее. Четанвасту. Все, абсолютно все в этом мире для служения Радха Говинде. Итак, вся наша деятельность должна быть задействована в служении Шри Кришне. Таков вичар чистых Гуру Вайшнавов. Все наше служение должно быть направлено лишь на Него, на Шри Кришну. Все наши органы чувств должны стараться служить Хришикеше. Постоянно все наши органы чувств должны быть вовлечены в служение Хришикешу. Все являются слугами Шри Кришны. Поэтому мы не должны лишать возможности наши органы чувств служить Шри Кришне. Мы должны вовлекать их в служение чему-то другому. Не должны лишать их возможности совершать их истинное служение по предназначению. Мы молимся Шри Кришне, Верховному Господу,
Верховному Наслаждающемуся, тому, кто постоянно вовлечен в игривое настроение, кто постоянно обладает игривым настроением, мы молимся Ему, пожалуйста, помоги, чтобы наше служение было принято Тобой, пожалуйста, прими наше служение. Если Ты примешь наше служение, наша жизнь увенчается успехом. Это наша единственная молитва. У нас нет, нам не о чем больше молиться. Если все кирпичи, которые у меня есть, то есть если у меня есть какие-то здания, дома, я обладаю какими-то домами, и если я задействую в служении себе, это проблема. Это должно быть задействовано в служении вайшнавам, в служении Шри Кришне, и в таком случае мы достигнем успеха. Если мы задействуем в Кришна-севе, в Бхагавата-севе, все неоживленные предметы, всю материю, тогда и только тогда мы достигнем вечного служения. То есть наше настроение должно быть таким, что мы хотим достичь вечного служения. Если же мы стремимся наслаждать, служить себе, это говорит о том, что мы под влиянием майи. Мы используем свободу, неправильно используем свободу, данную нам Верховным Господом. Наши чувства должны быть напрямую направлены на служение Бхагавану. Все, что находится в этом мире, по-настоящему является собственностью Господа. Те, кто неправильно думать так, что все в этом мире, что в этом мире что-то создано для нас. В действительности нет ничего, что предназначено для нашего наслаждения наших чувств. Все должно быть должным образом задействовано в служении Господу. И в этом случае вы достигнете успеха, если вы сможете задействовать все в служении Шри Кришне. Прабхупад говорит, посмотрите на бамбук. Если вы сможете задействовать их в постройке пандала для Харикатхи, их жизнь увенчается успехом. Мы все должны использовать в служении, служении храму Харисеве. Истинный преданный не делает ничего ради чувственных наслаждений. Чистый преданный никогда не делает ничего для себя или для своих родственников. Никогда. Но Абсолют, то есть он постоянно вовлечен в служение Абсолюту. У него нет никакого лицемерия. Кто может обрести лотосные стопы Верховного Господа? Прабхупад отвечает. Те, кто понимают, что Гурудев не отличен Шри Рупа Пада Падма. Те, кто понимают, что мой Гуру Пада Падма не отличен от Верховного Господа.
Если такой преданный обладает беспрецедентным преданием, находится в полной анугате, в таком случае он обретет полноценную Бхагавата Крипу, обретет Кришна Прему. Без всяких сомнений он обретет Кришна Прему. Но для того, чтобы... Очень сложно починить контролю наши органы чувств. Очень легко говорить об этом. Тем не менее, сложно сделать это. Шлока, с которой я начал сегодня, говорит, написано Шрила Прабхунанда Сарасвати Падам. Те, кто обрели вкус Гаура Чарана Раси, от них исходит харикатха, капля за каплей, они раздают этот нектар. Итак, те, у кого нет, те, кто обладает вкусом к служению, у них нет внешней привязанности к жене, сыновьям, дочерям. Материалисты также, в конце концов, оставят свою привязанность, имеется в виду, оставят, им придется оставить свои материальные дела. Они постоянно вовлечены в них. У них очень много привязанности к материальному телу, органам чувств, к своим женам, сыновьям и всему, что связано с их телом. Но знайте, что, как говорит Прабхадананда Сарасвати Пад, если они не совершали апарадх, пандиты, гьяни, в конце концов, оставляют свою привязанность. Tapasa, plural number, or those who are astrative. Tapas, tapasya, those who are doing. Yogindra, те, кто совершает тапасию, великие йоги. Тут говорится о множественном числе, во множественном числе. Они в конце концов оставляют свои правила и предписания, и ранним утром. Они, то есть, с самого раннего утра они начинают свою практику. Я видел, когда я был в Гималаях, очень-очень рано, утром, они отправляются, заходят в ледяную Гангу и целый день совершают баджан там. Различные йоги по сей день. Тысячу лет назад. То есть, по сей день есть такие аскеты, такие йоги, которые предпринимают такие аскезы. Они совершают йогу, тапаси, они отрекаются от всего, что внешнее. Те, кто практикует гьяну, также оставляют все материальное. Нейти саньяси. What kind of excellent rasa flowing
какая прекрасная раса исходит от лотосных стоп Чайтанья Чандры. Так что пчелы не привлечены ни к чему, кроме его лотосных стоп. Они хотят лишь его лотосных стоп. Если же у нас будет привязанность к чему-то другому, мы станем сахаджиями, станем как сахаджиями. Как мы можем совершать рупануга баджан? Много раз я объяснял, каковы качества, необходимые для того, чтобы начать такой баджан. Вчера я говорил о том, о препятствиях на пути Кришна-баджана. Особенно тех, кто является раганугами. Они должны всем сердцем пытаться избегать этих неблагоприятных вещей. Решение оставить асад-сангу, неблагоприятное общение, необходимо. Необходима решительность в этом вопросе. Как же мы можем определить, что кто-то... Как мы можем понять, что кто-то решил отказаться от асад-санги? Его или ее поведение покажет это. Если кто-то хочет оставить асад-сангу, это говорит о том, что он ищет сад-сангу, благоприятное общение. В соответствии с тем, насколько вы хотите оставить асад-сангу, настолько вы заинтересованы в благоприятном общении сад-санги. Махарадж, вчера вы говорили так много запретов, так много вещей. Как мы можем всему этому следовать, можете задаться вы вопросом. С помощью подлинной сатсанги, благоприятного общения, это возможно. Я знаю, что для вас это слишком сложно применить все, о чем я говорил вчера в своей жизни. Тем не менее, вы должны стараться вновь и вновь. Ваши честные усилия в конце концов увенчаются успехом. Ваши искренние усилия. Прежде я, как я уже говорил, я рассказывал о препятствиях на пути Рагануга Баджана. Там я перечислял много запретов, которые даны нам. Но это не означает, что Рупануга преданный должен стать каким-то инертным, ни на что не обращая внимания. Что вы подразумеваете под Рагануга Баджаном? Мы что, должны стать инертными объектами? Мы должны стать инертной материей? Нет-нет. Мы не хотим такого безжизненного состояния. Мы не хотим оказаться безжизненными объектами. Но, как я уже объяснял, Прабхупад говорит, что мы должны задействовать наш четтан-дарму. Мы должны задействовать нашу четтан-дарму должным образом, правильно. И это главное, к чему мы должны стремиться. Нашу свободу мы должны использовать правильно. Так, чтобы мы могли должным образом совершать Кришна-севу. Четтан-васту естественен. Инертная материя не обладает желаниями. Инертные объекты не могут делиться своими взглядами. Те, кто находится под влиянием майи, на самом деле, те, кто находится под влиянием майи, подобны инертной материи. Ачайтаннамидам сарвам, яткинчит джагатам джагатаха. Ачайтаннамидам сарвам.
Ачайтаннамидам сарвам. Яди чайтаннамисварам, но чайтаннамисварам видуху. Сарва састрагьямопихи брахмантити яна. This same Бхагаван Сасра. Ачайтаннамидам сарвам. Яди чайтаннамисварам на видуху. Whole world is inert condition. Целый мир как инертен. У них нет симптомов жизни. Вы скажете, вы можете возразить, но они же обладают симптомами жизни. Но в действительности это не есть симптомы жизни. Они порождают людей, они наслаждаются своей жизнью, но это не есть симптомы жизни, потому что симптом жизни — это совершение Кришна-бхаджана. Прабхупада Сарасвати Пад говорит, что весь мир подобен инертной материи. Вокруг ходят, повсюду ходят мертвые тела. Повсюду мертвые тела в этом мире. Но они двигаются. На самом деле они не обладают жизнью, потому что жизнь есть подобающее использование вашей энергии, энергии, жизненной энергии, свободы. Итак, Прабхупада Сарасвати Пад говорит, что все они, все материалисты инертные, мертвы. Если вы не понимаете, кто есть Чайтанья? Даже если кто-то обладает сарва-шастра-гьяной, это не имеет никакого значения. Даже если они выучили все шастры, это ни о чем не говорит. Им придется сменять 64 миллиона вида жизни. Этот цикл беспрерывен. Цикл перерождения, смены тел. Прабхупад говорит, мы не говорим о том, что мы хотим стать инертной материей, без чувств. То есть для живых существ, естественно, настроение наслаждения. Четан означает свобода выбора. Ему присуще желание наслаждений. Но если ваши наслаждения помогают вашему Кришна-бхаджану, это хорошо, они хороши. Допустим, если вы готовите прекрасные блюда для того, чтобы предложить Кришне, а затем вкушаете этот хороший просад, это замечательно. Это наслаждение, но они не ложные. То есть четан дарма. То есть для живых существ, естественно, желание наслаждаться. Если мы задействуем все в служении Радхи и Кришне, как Удхавджи Махарадж говорит, Прабху, мы используем украшения, орнаменты, украшения, прекрасные, богатые, дорогие одежды, чандан, Удхавджи Махарадж говорит, Прабху, мы, будучи твоими слугами, используем твой просад. Сам
Мы задействуем, мы используем твой прасад, и таким образом мы преодолеем майю. Прасада сева каритахоя. Если вы используете прасад с полным почтением прасада, прасад ответит вам. Он имеется в виду, он освободит вас от материальной обусловленности. Гуру и вайшнавы дают милость, постоянно посылают милость. Мы принимаем Махапрасад, Джаганат Махапрасад постоянно. Но и дождь этой милости бесконечен, тем не менее, наша емкость для того, чтобы собирать эту милость, очень мала. Но проблема не только в этом, она еще и дрявая. Милость придет, 100%, она придет, но проблема в том, что мы пусты, милость всегда в доступе, но из-за того, что мы лицемерны, мы не можем развить качества, необходимые для служения Гуру Вайшнава Бхагавану, для того, чтобы вступить на Рагануга Рупануга Баджан, на путь Рупануга Рагануга Баджана. Махапрабху был очень строг, он никогда не принимал никакого вида абхаз, смешение, раз и так далее. То есть было такое правило. Любые сочинения, поэмы, если кто-то хотел представить их Махапрабху, прежде всего, Сваруп Гасай должен был подтвердить подлинность, правильность написанного. Все прежде всего давалось, приносилось на проверку Сваруп Гасаю. Если нет, то Махапрабху не давали это слушать. Если какие-то писания, какие-то сочинения не были утверждены Сваруп Гасаем, Прабхупадом, Бхактивинода Такуром, мы не можем это принять. Люди могут говорить все, что угодно. Они могут неправильно использовать свой четан, дарму, не исполнять предписания, данные нашей Гуру Варги, как это делал Шанкарачарья. Он из Упанишад Веданты вырвал, собрал отрывки и так утвердил майеваду, но в действительности они вырваны из контекста. То есть эти люди даже не читали, что те, кто следует майеваде, они даже не прочитали, в каком контексте употребляются эти слова. То есть наши желания естественны, но они должны быть задействованы в служении Шри Кришне. Для дживы естественно желать наслаждаться и обладать различными желаниями. Но необходимо устроить так, чтобы они помогали нам понять, что есть Кришна Бхаджан. И в конце концов помогли бы нам стать полностью вовлеченными в служение Шри Кришне. Поэтому я цитирую так много Прабхупаду. Если в конце концов мои наслаждения помогают okay.
тому, чтобы Кришна наслаждался, это хорошо. Если мы постоянно вовлечены каждую секунду, постоянно ищем пути, с помощью которых можем доставить удовлетворение Шри Рада Говинде, это, знаете, что это основополагающие вещи на пути Рупануга Баджана. Это говорит о том, что мы настоящие Рупануги. И в таком случае не должно быть никакой пратиштхи, никаких отдельных желаний. Все, что есть в вашей жизни, вы понимаете, что все это для служения Шри Раде, Радхе Кришне. Как я говорил, что я могу делать? С чем-то, что не задействовано в служении Шри Кришне. Оно бесполезным. Мы не должны забывать два важных слова. Две важные вещи. И пытайтесь совершать Хари Санкиртану с энтузиазмом под руководством Рупа Госвами Пада. Прабхупад называет себя Дайтадасом. Что это за два слова? Это «ты мой», а «я твой». «Ты мое единственное богатство». Как Кришна говорит, «я нишкинчен, единственная моя собственность, единственное мое достояние, лотосные стопы Шримати Радхарани». Сам Кришна называет себя нишкинченой. Итак, основополагающие вещи Рупануга преданных заключаются в том, что они постоянно пытаются найти способы доставить удовлетворение Радхе Говинде. У них нет никаких отдельных желаний, они не ищут ничего для своего собственного наслаждения, лишь удовлетворение Радхи и Кришны. Когда наслаждение Дживы соединяется с наслаждениями Радхи и Кришны, необходимо углубиться в философию для того, чтобы понять эти слова. Это невозможно понять поверхностно. Когда наслаждение Дживы сливаются с наслаждениями Радхи, Говинды и Рады Кришны, основополагающие вещи, рассказанные Прабхупадой, это то, что мы через Санкиртану должны пытаться доставить удовольствие, удовлетворить наши органы чувств с помощью Санкиртаны. Санкиртана — это Гауранга Нитьянанда, они могут доставить полное удовлетворение нашим чувствам, если мы совершаем совершенную Санкиртану. Если же есть какое-то отдельное настроение, имеется в виду желание отдельных наслаждений, собирать деньги и так далее, это очень опасно. С помощью такой Санкиртаны мы никогда не сможем удовлетворить Гаурангу Нитьянанду. Все наши органы чувств должны достигнуть удовлетворение. Они достигнут удовлетворения, когда я начну совершать совершенный санкиртан, совершенную санкиртану. И в таком случае
когда Радха будет наслаждаться, это принесет полное удовлетворение нашим органам чувств. Попытайтесь понять, когда джива сливается с наслаждениями Рады Кришны, то есть когда Рада и Кришна наслаждаются, их наслаждение принесет полное удовлетворение всем нашим органам чувств. Но сейчас вы не можете понять, о чем я говорю. Я приведу пример. Прабхупад говорил, что необходимо сгармонизировать себя полностью, сгармонизировать себя с чувствами Верховного Господа. Так, чтобы вы получали удовольствие, когда Господь удовлетворен. То есть, как это возможно, что когда Рада и Кришна будет наслаждаться, я буду получать это удовольствие? И это есть основополагающие... это основы Рупануга преданных. Если вы хотите служить Рупе Госвамипаду, те, кто по-настоящему следует Рупападу, они следуют всем правилам и предписаниям. В особенности, я говорю, о том, чтобы Рупа Госвамипад подтвердил то, что мы делаем. Без подтверждения Рупы Госвамипада вся моя проповедь, все, о чем я говорю, это становится бессмысленным. Но как же мы можем понять, что Рупа Госвамипад одобряет то, что мы делаем? Как мы можем понять, что Бхактивиноты Такур и Прабхупад одобряют то, что мы делаем? Это очень просто. Когда мы в сердце почувствуем трансцендентное блаженство, это будет подтверждением. Если какое-то жжение останется в сердце, то это будет вираха. Рупа Госвамипад пишет, только что собранный яд змеи из укуса То есть яд, который от разлуки с Кришной сильнее, чем яд змеи, только что собранный. И если мы это испытываем, значит, мы истинные последователи Шримати Радхарани, потому что только лишь в ее группе последователи могут испытывать подобное. Когда мы будем чувствовать глубокую разлуку, огонь разлуки будет таким, что он превысит калакут биш, то есть самый ядовитый яд, доступный в этом мире. Самый опасный яд. Любые речи, любая философия, любые лекции не смогут объяснить. Когда вы достигнете такого, вы будете плакать день и ночь
И тогда вы осознаете, о чем говорил я, о чем я говорил, о чем говорил Рупа Госвамипад. Но в настоящий момент недостаточно никакой философии, чтобы вы поняли это, потому что необходима прямая реализация, прямое осознание. Когда речь наша замрет. Как Ямуна замирает из-за звука флейты, из-за мелодии флейты Кришны, которая играет Шьяма Сундара. И камни, на которых стоит Кришна, плавятся. Таким образом, любые слова замирают. И в таком случае, как можно говорить об этом? Невозможно. Лишь бхава. Когда слова замирают, лишь бхава может выразить бхаву. Когда Дэйма и Радхарани смотрит на Кришну, этого более чем достаточно, одного лишь взгляда Радхарани достаточно для Кришны. Когда его корона падает с его головы, флейта выпадает из рук, никакая философия не заставит вас понять, что происходит в этот момент. С Кришной. Невозможно понять. Не пытайтесь, даже не пытайтесь прыгать. Поверьте, что Бхактивинода Тхакур и Прабхупад помогают нам, хотят помочь нам. Это настроение Рагануг. Это не какая-то драма. Драма Рагануга Бхакт. Нет. Это прямые чувства. Кришна теряет терпение. Вы думаете, это материальная кама? Как вы можете думать, как вы можете подозревать подобное после всего услышанного, после всех приведенных доказательств, что это ложная идея? Поэтому Прабхупад говорит: сгармонизируйте себя так, чтобы вы смогли стать. То есть, когда мы нашим единственным твердым решением станет, что мы заинтересованы лишь в том, чтобы Рада и Кришна были счастливы. То есть те, кто по-настоящему являются рупанугами, в полном смысле этого слова следует Рупе Госвамипаду, если Рупа
То есть, как можно определить, что вы Рупануга? Это слова Рупа Госвами Пада проникают глубоко в ваше сердце. Если вы не следуете его наставлениям, вы можете говорить налево и направо, что вы Рупануга, но в действительности самый первый признак Рупануги, он стесняется сказать о себе как о Рупануге. Он говорит: «О, как я могу быть Рупаногой? Я падшая душа, я ничего не знаю, я полон камы и кротхи, то есть гнева и вожделения». Они никогда не говорят открыто, что они Рупануги. Кришна не может отплатить Рупе Госвами Пада. Чайтанья Махапрабху не может отплатить Рупе Госвами Пада. Кришна не может отплатить Рупе Манджари. Мы лишь принимаем пылинки со стоп Рупа Госвами Пада. Это наша конечная цель. Мы мечтаем о том, чтобы обрести пылинки с лотосных стоп Рупы Пада. Это наше единственное желание должно быть. Я не хочу ничего. Заберите все. Прабху, ты можешь забрать даже мои одежды, мою последнюю одежду. Так говорят Рупануги. Заберите мою одежду последнюю, все, что у меня есть. Но лишь дайте пыль с лотосных стоп Рупы Госвами Пада. Это наша конечная цель. Я не знаю, когда мы достигнем успеха. Я не знаю, когда мы достигнем успеха в нашей жизни. Тем не менее, искренние усилия ценны. Они имеют какую-то значимость. Даже если вы все оставите меня, я не буду переживать об этом, потому что у меня нет интереса в публичном признании. Потому что все, что я хочу, это лишь представлять учение Гуру Варги. Ко всем вам у меня чистейшая любовь. Вы можете верить или не верить. Такова врата, такова решимость, решительное убеждение всех Рупануга преданных. Севья Виграха, Кришна, Радика Рани, Дая Майи. Сакхи Манджари обладают сильнейшей любовью к Раде Говинде. Тем не менее, они склонны любить Шримати Радхарани особым образом. Они отдают предпочтение Шримати Радхарани, Приянарме, Саки. Они любят обоих, Рада Кришну. Тем не менее, когда какие-то споры между Радхой и Кришной, Манджари всегда занимают сторону Шримати Радхарани. Они выражает то есть они склонны к Шримати Радхарани. И Прабхупад говорит, что мы должны изучать Ашрая Виграха Татву. Вместо того, чтобы говорить о Мула Ашрая Татве. Простите, я ошиблась. Лучше обсуждать Мул Ашрая Виграха Татву постоянно. Все мои Гуру Варга делали это. Если мы не будем делать этого, мы не должны думать о Кришна Лиле напрямую в нашем состоянии. Мы должны обсуждать Ашрая Татву. Это более ценно для нас. Когда как можно объяснить то, что мы можем задаться вопросом, как это возможно, что удовольствие
Радхи Кришны доставят удовольствие мне. Преданные, такие как Рагунатха Дас Госвами. То есть, если я приведу один единственный пример, я думаю, вы сможете понять. Рагунатха Дас Госвами говорит. Если Радхарани скажет, о, ты моя сакхи, захочет приблизить к себе, то есть иди сюда. Нет, 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 я лишь, я падшая душа. Я хочу лишь служить твоим лотосным стопам. Без служения твоим лотосным стопам. То есть у меня есть единственное желание служить твоим лотосным стопам. Мне ничего больше, кроме этого, не нужно. Я не хочу ни о чем просить, кроме этого. Единственное, что я хочу, это служить твоим лотосным стопам. Кришна также хочет служить твоим лотосным стопам. Это очень... Поэтому это... я понимаю, что это очень возвышенное желание, высокая цель, тем не менее, это единственное мое желание. Единственное, чего я хочу, обрести твои лотосные стопы служению. Один пример, то есть пример этому. Порой случается так, что Кришна зовет Рупа Манджари. Иди сюда, иди сюда. Нет, нет, нет. Иди сюда, я люблю тебя, иди сюда. Нет, нет, нет. Даже Кришна силой хочет поцеловать Рупа Манджари. Не забывайте, я сейчас говорю об Апракрита Каме. Но она начинает плакать. Почему? Потому что у нее нет никакого настроения наслаждаться. Она лишь хочет устраивать встречу Радхи Говинды, устраивать эти апракрита кели, апракрита лилы, танцует, проливает слезы. И все тело преисполняется аштасатика викарами. Все тело сотрясается. Я могу привести один пример этому. Когда вы поливаете корень дерева, все дерево получает питание. Помните об этом примере, он очень точен. На дереве цветы, которые также получают питание. Когда вы поливаете корень дерева, автоматически все составляющие дерева, цветы, плоды получают питание. Точно так же Радхарани и Говинда являются ветками дерева. То есть, не ветками, а корнями, корнями дерева. То есть, суть в том, что если они получают удовлетворение, если они счастливы, то счастливы все. Единственная цель, чтобы они были счастливы, их удовольствие. И не должно быть никаких других целей. И сейчас попытайтесь понять, как это
наслаждение Радхи Говинды могут дать полное удовлетворение. Радха Говинда невозможно понять, как удовольствие Рады и Говинды напрямую приносит счастье сердцам Манджари, гопи. Невозможно, невозможно постичь это. В один из дней, однажды, мы должны будем осознать это. Практически, если Прабхупад Бхактивинода Тхакур благословят нас, мы сможем, закрыв наши глаза, проливать слезы. Такова наша молитва. Гауранга Махапрабху с Радхабхавой говорит, произносит этот стих. Мы должны лишь следовать ему. Должны следовать, понять, что за настроение у Гауранги под руководством Рупа Госвами Пада, Сурупа Гасая, все наши гуру варги. Мы должны понять настроение Чайтанья Махапрабху. Если мы сможем это 100%, мы войдем в Рупануга Бхаджан. В этом нет никаких сомнений. Но мы пытаемся перепрыгнуть через Рупа Госвами Пада. Как я уже приводил один пример с цветком лотоса. В которых извлекают очень дорогой мед. Повсюду распространяется прекрасный аромат, и пчелы слетаются. Слетаются на мед, на этот мед. Они пытаются насладиться медом, но он закрыт в банке. Они садятся наружу, снаружи, пытаются вкусить этот мед, но препятствие в виде стекла не позволяет им. Единственное, что не дает мне увидеть Кришну, это майя. Что разделяет меня с Кришной, это майя. И благодаря служению Гуру Вайшнавам мы можем попытаться удалить завесу майи. И в таком случае мы сможем видеть вещи такими, как они есть. Мы очень ясно сможем лицезреть Апракрита Джагат, трансцендентный мир. Завтра я буду говорить об этом в деталях. Сейчас, в противном случае, наш уродливый даршан, страшный даршан, который мы получаем сейчас, чинит нам проблемы. Допустим, в каком-то открытом, в открытой банке мед. И мед, пчелы слетаются. В конце концов, они наслаждаются медом, но они путаются там, потому что мед липкий. Они умирают, в конце концов. И наше состояние такое же. Это положение сахаджи. Мы хотим силой насладиться паракея бавой, рупануга бавой. И что, в конце концов, случается в таком случае? Мы задыхаемся и умираем. Запутываемся во всем этом. Таково наше состояние. Мы не хотим следовать наставлениям, правилам, предписаниям, данным нам Рупой Госвами Падом, Прабхупадой и Бхактивинодой Тхакуром. Они посвятили свою жизнь, чтобы спасти нас. Они указывали нам, совершай баджан таким образом, делай баджан так, так, не прыгай, не следуй правилам. В противном случае ты не достигнешь успеха, а умрешь.
Понимаете, о чем я говорю? Итак, Рупа Госвами Пад приводит множество примеров, но время наше ограничено, у нас много служения. Как вы можете вспомнить, Рупа Госвами Пад написал, как мы можем узнать, что, как можем понять, что мы по-настоящему обладаем желанием совершать Рупануга Баджан. Наши материальные желания никогда не смогут подтвердить, что мы искренне заинтересованы в этом. Слушать Расататву из разных источников еще не доказывает, что вы Расика Бхакта. Вы обладаете свободой, вы можете ходить, пойти куда угодно и слушать о Кришне, Рада Лиле. Но это не говорит о том, что вы слушаете о Расататве, что вы обладаете искренним желанием. Есть правила и предписания, есть доказательства, с помощью которых мы можем, указания, с помощью которых мы можем определить, что в действительности это не есть Рагануга Баджан, что это ложный Рагануга Баджан. Мы можем определить с помощью них. Итак, мы должны обладать знанием об этом, информацией об этом. В противном случае мы можем пасть любую минуту. Если мы будем следовать Сахаджи Гуру, которые прикрываются титулом преданных Гаудиамадха, мы падем. Поэтому нам необходимо знание, что есть истинный стандарт, истинное качество. Мы должны знать позитивное и негативное. Что положительно, а что отрицательно. Бхактивинода Тхакур говорит, постоянно непрестанно сердце и ум должны покоиться у лотосных стоп Радхи Говинды. Не пытайтесь обмануть сами себя. Брама, то есть имеется в виду заблуждение. Мы склонны к заблуждениям, как я рассказал вчера. В на стадии садна-ситхи. Вы можете думать, что вы ситха, но если у вас есть какие-то неправильные представления, неправильное понимание, заблуждение, это сделает вас сахаджией, первым из сахаджией. Нужно ясно понимать, что есть положение, что есть положение ситхи, что есть положение садака. Если вы не понимаете этого, если вы думаете о себе как о ситхе, это заблуждение сделает вас сахаджией. Садхана-ситхи находится на отличной платформе от совершенных душ, Кришна, совершенных душ. Наша деятельность, наша сиддханта все подтвердит, что мы есть сахаджи в таком случае. Если мы обладаем подобным заблуждением, если мы, как говорит Прабхупад, если веревка ночью свисает откуда-то в темноте, мы видим веревку, мы думаем, о, это змея. Но в действительности это большая веревка, которая повешена, просто подвешена, а мы думаем, неправильно думаем, что это змея. Таким образом,
Прежде всего, необходимо определить положение, в котором вы сейчас находитесь. Не должно быть никаких перерывов. Постоянно ум и сердце должны находиться у лотосных стоп Радхи Говинды. Любые преданные Браджаваси, Саки, Манджари, все, что... Вы не должны пытаться задействовать свой мозг. Это вопрос сердца. Какое настроение вам нравится? Какое? В соответствии с этим вы должны, в соответствии со своей наклонностью, вы должны слушать подобающую харикатху. Постоянно вы должны находиться во Враджадхаме. Не физически, так умом. И Браджаваси, Саки, Манджари. То есть не должно быть никаких искусственно выдуманных идей. Вымышленных идей. Так делается хаджи. Иди сюда, я расскажу тебе, как тебя зовут, какая ты Сакхи или Манджари. Все я тебе расскажу, но как это возможно? Мы должны стать жадными, жадными, с жаждой стремиться обрести служение. В соответствии с Браджаваси, которому у вас есть тяга, вы должны следовать ей, но это не должно быть искусственным. Среди псевдопреданных и неофитов просто слушая раса татву, раса лилу, Кришны, мы разовьем привязанность к этим темам, и в конце концов жизнь наша увенчается успехом. Это полностью ложная идея. Это распространенное заблуждение среди псевдопреданных и неофитов, что якобы, слушая расалилу Кришны, человек разовьет привязанность к подобным темам, и садхана его достигнет успеха. Основываясь на учении Шрилы Бхактивинода Тхакура, Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакура, на учении Бхактивинода Тхакура и Шрилы Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, становится очевидным, что мы никогда не достигнем этого с помощью такого процесса. Если мы станем пылинками на стопах Рупы Госвами Пада, в конце концов мы будем по-настоящему заинтересованы в этих лилах.
Рупа Госвами Пад очень ясно сказал, то есть сейчас это очень важная тема. Если я не расскажу об этом, то наше обсуждение неполноценно. Необходимо понять разницу между Рагануга Баджаном и Вайди Баджаном, Вайди Баджан и Рага Баджан. Рупа Госвами Пад написал в Бхакти Расамрита Синдху, как вы уже знаете, этот стих. Крити садья, бавит садья. Когда вы практикуете под руководством садгуру, вы вовлекли свои органы чувств, то есть вы пытаетесь изо всех сил, когда вы практикуете, задействуя свои органы чувств, это садхана бхакти. То есть я не ситха, я пытаюсь органы своих чувств, свои органы чувств задействовать под руководством Гуру Варги в служении. Цель, которую вы хотите обрести, то есть вы практикуете. И если вы применяете с помощью своих органов чувств, совершаете садхана-бхакти, совершаете служение, совершаете... То есть это называется садхана-бхакти, когда мы вовлекаем органы своих чувств в служение. Это садхана-бхакти. Когда я буду говорить заключительную часть Дживататвы, когда я говорил об этом, есть указание нашей Гуру Варги, Бхактивинода Такура Прабхупады, где сказано, где приведены различные примеры, с помощью которых мы можем понять, что существует одна особая сварупа, которая в настоящее время, то есть сварупа покрыта майей, она не проявлена. Наша сварупа покрыта майей, она не проявлена. Необходимо, чтобы нитья бхава, она присуща дживе, необходимо лишь, чтобы она проявилась. Нитья сидда Кришна прем. Кришна према. То есть каждый обладает своим собственным настроением в Кришна Бхакти. Это настроение не одинаково. Каждая дживатма обладает особой сварупой, сокровенное состояние. С помощью общения с Гуру Вайшнавами, с помощью Харикатхи, порой возникает явление, и этого достаточно. Простите, я ошиблась, возникает искра. И с помощью этой искры можно поджечь целую деревню, спалить все вокруг. И такая искра рати, пробуждает огонь в вашем сердце. Вы будете испытывать разлуку и любить Кришну непостижимым путем. Преданные, заинтересованные в том, чтобы
совершать служение. Постоянно колоссальное желание возрастает у джив, у таких джив доставить удовольствие Шри Рады Говинде. Сварупа дживы с незапамятных времен присуща ей, то есть она все время с ней, но она в сокрытом положении. Она сокрыта, покрыта. И когда эта искра касается вашего сердца, если вы обладаете Рати Кришне, постепенно вы будете продвигаться все дальше. Но проблема в том, что интересы дживы отличные. То есть имеется в виду, что джива не заинтересована, она обладает разными корыстными желаниями. Если вы можете решиться ни на шаг не сходить с пути, указанного Бхактивинода Такуром, Рупа Госвами под Шрила Прабхупадой, если вы можете сфокусироваться на нем, если сердце ваше обладает решимостью в этом вопросе, ваша садхана бхакти успешна. В таком случае она садхана бхакти будет увенчаться успехом, если мы будем следовать всем правильным предписаниям, которые дает нам Гуру Варга. И в конце концов мы достигнем истинной свободы. Сейчас мы сковываем себя правильными регуляциями, но сахаджия вначале наслаждаются, а затем получают яд. И мы не хотим этого. Мы накладываем на себя много правил и предписаний. И благодаря этому наша бхакти увенчается успехом. Если есть какое-то несовершенство, какие-то дефекты, ошибки в вашей садхане, садхана бхакти не будет успешной. Таким образом, если вы будете совершать баджан несовершенным образом, не следуя правилам, вы не достигнете Кришны. Жизнь за жизнью, говорится. Будете совершать Шраван Киртан, тем не менее, не сможете обрести Кришна Прему. Это уникальное достояние. Не сможете вы обрести в таком случае. Те, кто совершает, допускает ошибки в садхана бхакти, те, кто следует этому неправильно, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, жизнь за жизнью. Они могут совершать киртан, но тем не менее, потому что они нарушают правила, данные Гуру Варгой, стараясь запрыгнуть на путь на стадию Рагануга Бхакти, на уровень Рагануга Бхакти. Они могут совершать, несмотря на то, что они могут при этом совершать санкирта, но у них нет никакого шанса обрести Кришна прему. Поэтому необходимо быть осторожным. Это не означает, что мы... Это не означает, что, следуя Видимаргу, вы никогда не сможете достигнуть, встать на
уровень Рагануга Бхакти. Это не означает, что мы никогда не достигнем Рагануга Бхакти. Нет, наоборот. Если мы должным образом будем следовать Виде Маргу и находиться под руководством Рагануга, кого-нибудь из Рагануга преданных, таких как Шри Бхактинанда Такур, Шри Прабхупад, Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, всех истинных Рупануга Гуру, Бхактинанда Такура Прабхупаде, 100% не сегодня, так завтра вы достигнете успеха. Постарайтесь понять, что такое баджан. Осквернение — это плохо. Постарайтесь понять, что такое баджан. А затем постарайтесь понять, что такое рупануга баджан. Тогда и только когда вы взрастите в себе качества, которые позволят вам встать на уровень, подняться до уровня рагануга баджана, вы сможете осуществить это. Но не прежде этого. Рупа Госвамипад пишет. Он описывает, что есть Вайди Бхакти, а что такое Рагануга Бхакти. Рупа Госвамипад хотел представить ясно свое, очень ясно это объяснить, эти моменты. Если мы следуем строгим правилам и предписаниям, установленными нашей Гуру Варгой и Шастрами, мы хотим понять что-то, какие-то суждения. То есть мы хотим что-то понять и следуем при этом Рагануга, следуем при этом Вайди Бхакти. Это хорошо. То есть, когда мы следуем правильным предписаниям, это называется Вайди Бхакти. Когда кто-то, услышав о темах Рупануга Баджана из лотосных уст истинного Рагануга преданного, вы можете почувствовать, что себя очень хорошо, почувствовать, что сердце ваше глубоко затронуто этим. Только лишь услышав Харикатху из лотосных уст истинных преданных, таких как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, если у вас выпадет вам такой шанс, такая удача, если вы разовьете в сердце жажду, в таком случае все правила и предписания шастр перестанут быть важными. Перестанут быть такими важными. Я сейчас не говорю, что нужно будет просто от этого отказаться. Нет, я призываю вас к тому, чтобы вы выражали полное почтение Вайди Бхакти. Но в конце концов вы почувствуете, что это не так важно, и тогда ваша жажда, спонтанная жажда, которую вы не сможете остановить, вы не сможете остановить себя, вы будете жадными. Спонтанно, естественным образом, вы захотите обрести эту бхакти-ангу. И речь идет о Рагануга Бхакти. Под руководством браджаваси, вечных браджаваси, таких как Рупа Госвамипад, Санатна Госвамипад, Бхактинанда Такур, Джива Госвамипад, все они вечные браджаваси. Рупа Манджари совершает служение особым, очень особенным служением. Одно служение, будучи Рупа Госвами, другое служение, Рупа Манджари и Рупа Госвами. Итак, Видимарг, прежде всего, на начальном пути он будет помогать вам, но на пути Рагануга Бхакти это перестанет помогать. Когда вы испытываете, если когда вы начнете испытывать настоящее вдохновение, естественное, не так как сахаджи, который вымышляет себя гопи, для того чтобы обрести спонтанное желание, жажду,
Рагонога бхакты постоянно совершают внутренний баджан. Они не показывают этого. Такие как представители нашей Гурварги, как Шридхар Госвами Махарадж, Бон Госвами Махарадж, все они рупануга преданные. Тем не менее, они не хотят опускать нас в замешательство, помещать нас в замешательство. Внешне они совершают, следуют Вайдимаргу, но внутренне совершают Рагануга Баджан. То есть внешне они совершают Садна Баджан, но внутренне Антаранга Баджан. Внешне они совершают много различных деятельностей, но внутренне погружены в баджан, вечный, во внутренний баджан. Для того, чтобы понять значимость Вайдимарга на пути Рагамарга, очень, очень важно понимать это. Если вы не понимаете этого, это большая проблема, гигантская проблема. Вайдимарг поможет вам продвинуться вперед. Когда садака совершает антаранга баджан, то есть когда садака хочет обрести качество для того, чтобы совершать антаранга баджан, он примет вайди бхакти. Жизнь ваша, пока вы не достигнете зрелости на пути Вайди Марга, вы можете пасть. В любой момент жизнь ваша может прекратиться, быть потерянной, просто из-за того, что у вас появляется желание стать Сакхи Манджари. Вы можете стать Сахаджией. Если какое-то желание присутствует в вашем сердце, если у вас есть такое желание, Бхактисиддханта Тхакура описывает это в читании Шакшамрити. Если есть какое-то семя, росток, это приведет вас к крушению. Рупа Госвами Пад очень ясно описывает. В соответствии с предыдущими своими самскарами вы испытываете какие-то чувства. Допустим, вы слышали от истинного Рупануги Вайшнава, Рагануга Вайшнава, о какой-то сакхи ее служении, и испытываете особое влечение к ней. Радхарани вечно находится с Кришной, но тут в этом Бамавраджа, в этом материальном мире, Радхарани являет такие лилы, что она плачет в разлуке с Кришной и говорит: «О, Лалита, что за имя ты произносишь? Зачем ты произносишь это имя, Кришна? Я знаю лишь...» То есть одно лишь имя Шьямасундара, когда я слышу его, оно входит в мое сердце и производит там революцию, будоражит все. Радхарани — наша гуру. И когда бы мы ни слышали темы, касаемые Кришны, они должны совершать революцию в вашем сердце, переворачивать ваше сердце. Вы должны услышать об этом от Раджаваси, этого будет достаточно, потому что сварупа ваша не открыто,
вы не можете понять ее, но услышав, это величайшая жажда дает, то есть величайшая жажда дает вам право встать на путь Рогануга Бхаджана, взойти на платформу Рогануга Бхаджана. В таком случае все правила и предписания станут неважными, потому что для того, чтобы обрести такую жажду, шастры не помогут. Потому что то есть шастры, рационализм шастр. Бхактивинода Тхакур пишет, когда вы обретете жажду, жадность, вы не сможете остановить сами себя, у вас будет колоссальное желание, и в таком случае вы отправитесь к прекрасному, как в Джайвадхарме описывается, как в Шринатпуре два молодых человека получили инициацию от Рогануга, от Рогунатха Дасбабджи Махараджа. Он был вовлечен в служение в Шивасангане. Затем они, получив разрешение, благословение своего гуру, они отправились, чтобы в Пуре встретиться с Гопалгуру Госвами, который являлся Расика Вайшнавом. По желанию Гурупада Падмы была, издается книга. Я сейчас издаю книгу, которая прежде не была, она не была издана. По желанию Гурупада Падмы Винчакат Падьяти. Не могу точно расслышать название книги. По желанию Гурупады Падмы была, издается сейчас эта книга на Бенгале, она подобна Хари Бхакти Виласе. Тысячи лет прежде эта книга была напечатана Кришна Дева Ачарьей. Очень важная книга, Гурупад Падма хотел очень, чтобы она была опубликована, и по его желанию я опубликовал ее, несмотря на то, что я нищий, тем не менее появились деньги на ее печать, каким-то образом это свершилось. Итак, для того, чтобы взрастить жажду писания, шастры не могут помочь вам. Но когда, если любое желание, если оно позитивно, Кришна помогает вам, если оно положительное. Итак, для того, чтобы возрастить такую жажду, о которой разговорилось выше, Писания не помогут вам. Но когда вы взрастите это желание, вы должны обратиться к чистым гуру Вайшнавам, которые расскажут вам, с которым вы сможете обсудить очень открыто все детали, как Бонга с вами Махарадж открыто разговаривал с Прабхупадой, и Прабхупад сокровенным образом давал ему сокровенные наставления. Это не было открыто всем, то есть это сокровенный процесс, который закрыт для всех. Итак, гуру и вайшнавы могут рассказать вам все. То есть вы должны говорить по душам с Гуру Вишнавами, рассказывая им честно о своем положении. Как в Джайвадхарме рассказывается, когда два молодых человека отправились встретиться с Гопал Гуру Госвами по наставлению своего духовного учителя Бабджи Махараджа. И мой духовный учитель, мои духовные учителя, Шридхар Госвами Махарадж, Кеша Госвами Махарадж, они хотели отдельно Раса Татву напечатать в Джайвадхарме. Кеша Госвами Махарадж был очень строг в этом вопросе. Он говорил, что нам необходим такой гуру,
такой сильный гуру, величайший гуру, который остановит негативное течение в баджане, имеется в виду в гауди вайшнавизме, насколько я понимаю. Мы бессильны, мы должны молиться так, чтобы такой ачарья проявился и улучшил ситуацию, возродил ситуацию, возродил то, что утеряно. Когда мы разобьем подобное настроение, у нас не будет никаких вымышленных идей. От сердца к сердцу мы будем связаны с нашим духовным учителем. Но Рагануга, то есть для того, чтобы взрастить такое настроение, вам не помогут книги. Это путь сахаджи. Только когда вы... То есть вы должны открыть свое сердце чистому преданному. И великий преданный даст вам руководство. Но как же понять, кто есть истинный, а кто ложный гуру? Завтра я вновь объясню это. Мне очень жаль, что завтра последний день, я не смог говорить в день Экадыши. Попытайтесь понять все, о чем я говорил сегодня. Попытайтесь понять меня. Я слуга моей Гуру Варги, я собака моей Гуру Варги. И обязанность собаки — защищать интересы своего господина. Об этом говорит Рупа Госвамипад. Вся наша Гуру Варга, Расика Ачари. То есть мои обязанности — защитить то, что они принесли нам. Поэтому я лаю, пожалуйста, простите меня. Стри путради катхам джухур вишайна састро прабадам будха Йогиндра бижахур марун ниямаджам ниямаджа клешам тапа тапаха тапаса Гьяна бхяса видхим джухушча джатайус чайтанна чанди парам Абискурвати вакти йога падабим наиванна асидрасаха Стри путради катхам Джухур вишайнаха састо прабадам будха Йогиндра бижахур марун ниямаджа клешам Тапаха тапаса, гьяна бхяса видхим джухушча джатайо чайтанна чандре парам абискурвати бхакти йога падабим наиванна асид расаха. Банча калпатарвасья кипасинду бхавача патитананг паванабху вайшнабхьо наму.